22 июня, 82 года назад, началась Великая Отечественная война. В Петропавловске ветераны труда, представители общественности и молодежь возложили цветы и венки к мемориалу «Вечный огонь». Городской совет ветеранов ежегодно приходит сюда вместе с ветеранами почтить память тех погибших бойцов к «Вечному огню». Хорошо, что сегодня, как говорится, очень благомноголюдно. Это общественная организация афганцев, семей полигон и другие. Радостно то, что молодежь по своей инициативе пришли сегодня, возлагает цветы. На фронт тогда ушли 1 700 000 казахстанцев. Кто-то вернулся домой живым. Много солдат погибло на полях сражений. Война унесла жизни больше 27 миллионов человек. Ирина Сидельникова – жительница блокадного Ленинграда. Ей было 5 лет, когда Германия напала на Советский Союз. В день объявления войны мы были... Мои родители были вместе с нами в гостях у соседей. Почему-то вдруг все обратили на радио, что замолчало, а потом выступил Молотов и объявил, что Германия объявила войну Советскому Союзу. Ну, моим родителям было еще и 30 не было, 28-29 лет. Отец военнообязанный, он достал уже призывное удостоверение и тут же пошел в военкомат. Я просто счастлива, что вот сегодняшние эти митинги проходят каждый год. Никто не забыт и ничто не забыто. Отдать дань уважения и почтения тем, кто сражался за победу, пришли 50 человек. Алишер Ашимов, МТРК.